такому рожу уйдем. Нахуй! Ну, объясняю, подождите, вас сфотографировать хотела. Это чистые кристаллы. Три? Шла. Ну да, похоже. Плоту пригодится. Блин, где же это? Три часа ночи, а жизнь кипит. Ресторан работает. Даже это не ресторан, а какая-то фудкорт быстрого питания. О, привет! Кто-то хочет спать. There is our restaurant, but we have dinner today. Yes. Thanks God, no breakfast. Такая вот гостиница на колесах в Пенанге стоит. Лайнер. А рядом корабль, как будто шлюпка рядом с ним. А мы на паромчике. Я заехал на закат в отель Конрад. По-моему, это самый дорогой отель на Самуи. Как ни странно, но на территорию не пускают. На ресепшн только и все. В Интерконтиненталь без проблем мы заезжали на территорию. Здесь говорят private, only for guests. В принципе, я не собирался на территорию отеля, я хотел посмотреть закат. Здесь классно его смотреть, потому что острова рядом такие вот эти. Пришли. Сейчас через лес нужно будет пройти на другую сторону острова. Все еще идем. Пальмам снесло крыши. Видимо, тут хороший ветер гуляет периодически. Такой вот у нас трекинг до места ловли. Костя увидел большую ящерицу, варана. Говорит, прям огромный был. Мы не успели увидеть, он убежал. Скалы спрятался. Идем по бездорожью.
Груза нужно потяжелее ставить. Это... Куда полез? Скалолазы. Это мы уже пришли? Обогнуть эту скалу нужно, да? Сейчас начнем рыбачить. Примерно 6:45. Красивее место. Добрались мы до места. Прямо на скале. Сейчас будем пробовать ловить рыбку. Пацаны говорят, здесь хорошо клюет. Сейчас проверим. Вот и закончилась наша рыбалка. Перебрались обратно. Тут у нас парашют летает сверху. Китаец. Путешественник. Конечно. Понесло его. О, посадили. Были, ну, когда мы видели здесь, тут была женщина, и она фоткала ее на телефон. И знаешь что? Не был чехол, телефон от Гуччи. Смотри, смотри, кушать что? Листик. Какая классная цветопередача. Оно прям такое яркое становится. Настя, погладь черепашку. А не бойся, погладь. Давай, как мама гладит, давай, погладь. Погладь, не бойся. Давай. Ну куда тоже эти ключи? Дай мне. Ну не бойся. Иди потрогай черепашку, Алекс. Давай, Алекс, потрогай. И я потрогаю. Я, кстати, ее так по спине выбахнула. Чуть-чуть. Давай. Посмотрите, нажимай. Настя, боится черепашку. Смотри, разворачивается к тебе. Давай, Алекс, не бойся. Погладь. Какая, она не страшная. Какая хорошенькая. Угу. Она такая хорошая. И теперь хорошая. Настя. Давай, Настя, самая смелая девочка. Тук-тук-тук. Кто в тюрьме живет? У тебя такая, типа, что случилось? Мы сюда с Тесской идем не туда, типа купили и ушли. Ну да, да. Там же еще другие магазины есть. Папа. Ну, типа, Ибраншев, Олимпов. Я открою, папа. Дай мне ключи. Я открою. И машину заведи. Я умею заводить ключи. Нет, я открою, а ты заводи. Красивый закат на Тоне сегодня. Если вы видели нашу группу, просто там радужные виды за окном. И там такое стекло, все в дожди, и там силуэт дома девятиэтажного. Ага. А раньше у нас там были закаты.